Ребята, какая красота! Мы вышли на минус второй, спустились. Здесь бассейн детский. Идем на пляж. У нас где-то вот здесь вот боковой вид у нас на море. Третий этаж. Поэтому пока еще не без ориентира мы. Без ориентира. Какая красота. Первый день. Все под впечатлением, конечно. О, красиво. Какой бочоночек. Релакс бассейн. Коль, запоминаем дорогу, чтобы назад вернуться. Да. Взяли мы вот здесь полотенчики по карточкам и идем дальше. Детская площадка. Вот здесь еще бассейны. Так много еще сегодня придется всего нам изучать. Территория большая, даже огромная. Ты один часик, когда вы можешь мне это пронести? Смотри, какое дерево. Ботаник, это же тут столько, это же ботанический сад. Здесь столько всяких деревьев. Всевозможных. И они даже подписаны, Коль. Вот и кактусы огромные. Ух ты, вообще. Вот это да. Вот это да. Во какой шарик, смотри. Вот это шарик. Здесь розочки. Какие-то уже отцвели, какие-то еще зацветают. Вот это мне дерево нравится, красивое. Ой, красиво. В общем, это слово красиво. Я теперь буду повторять каждый день по 1000 раз. Скульптура. Опять бассейн. Сколько же здесь бассейнов-то? Вообще. Фудкорт, Коль, может, мы что-то поедим? Что, поели в маленьком ресторанчике, перекусили. Тут ножки можно помыть. Ой, как здорово здесь, красиво. Такой огромный пляж, вообще огромный. Вообще все видно, дно далеко и глубоко. Красивая водичка. А там вон на банане катают. На банане. Красота. На банане. Там кого-то запустили на параплане. Отель, конечно, шикарный. Шикарный отель. Такая кафешечка очень уютная. И диванчики. И здесь дают мороженое. Сейчас посмотрим, какое мороженое дают. Пришли в свой номер. Ну, мы сегодня оторвались. Ой. Вот этот, кстати, детский бассейн, он теплый. Этот холодный. Там еще бассейны, и там фонтаны, и мы еще там не были.
классно. Классно. Все так классно. Все, в душе отдыхаем.